В Госдуме предложили бесплатно раздавать землю американцам. Улучшить демографическую ситуацию в России можно за счет приглашения в страну граждан стран Европы и США, которые в настоящее время фактически живут в аду. С таким предложением выступил депутат Госдумы, первый зам руководителя фракции «Справедливая Россия за правду» Дмитрий Гусев. Депутат Гусев, видимо, что-то употребил запрещенное и решил поделиться своими мыслями. По словам депутата, Россия за последние десятилетия потеряла десятки миллионов человек. С 1991 по 2001 год на 12 миллионов человек нас стало меньше естественным образом, не считая уехавших. 9 миллионов вернулось в виде мигрантов. За 2022 год, по официальной статистике, на 800 тысяч нас стало меньше. Еще около 800 тысяч уехало из страны, эти самые колобки, которые покатились по всему свету. На 1,5 миллиона человек нас стало меньше только за один прошедший год, поделился данными депутат. Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке. Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать. Люди оттуда ломанутся. 7 миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам, заявил Гусев.